возле дворца спорта. Это скругление или выпрямление этого поворота, острого поворота, на более прямой участок. Это если бывший участок был 40 градусов, сейчас он будет выпрямиться до 120 градусов. То есть это движение 10 апреля из со стороны города. Транспорт будет видеть себя друг другу навстречу. Самая главная цель – это, конечно же, снижение аварийности, которая присутствовала многие годы. Двухкатную часть проезжей части мы делаем односкатной в сторону парка. И в том числе устанавливаем барьерное ограждение между разделительными полосами. Если разделительная полоса будет ограждена разметкой в большом диаметре 2 метра, посередине будет стоять ограждение колеса отбой, по примеру, Среднефонтанской. Перильное ограждение, это для пешехода, будет на местах закругления, да, со стороны проспекта Дворца спорта и парка. А по центру будет ограждение для автотранспорта. На данный момент выполнена половина верхнего слоя со стороны парка Победы. Сейчас будет перебрасывать транспорт, весь транспортный поток к парку Победы на один путь обратно, один в сторону 10 апреля, и работа будет продолжаться на другой половине. Мы ориентировочно пока ориентируемся на 15-20 июня закончить работы дорожные. По окончательному уже установке ограждений и всего остального планируем примерно 1 июля. Тротуары и остановочные комплексы обустраиваются одновременно.